А если ссылка не имеет ничего общего с рекламой, скажем, под каким-то роликом идет дискуссия, подтверждение своей точки зрения, например, где находится тот или иной дом, я привожу фотографию, ссылку на которую размещаю. И все равно мой контент удаляется. Я же не рекламирую этот дом. И согласие этого дома не размещается, фото не требуется, ничего. И никаких денег с этого дома за рекламу я не беру. Значит, мимо кассы Ютуба не приходит ни копейки. Друзья мои, все предельно просто. Если вы пытаетесь правдами-неправдами в эти комментарии вставлять свои, там, не знаю, ссылки на ваши сайты, на ваши фотографии, на ваши объявления, YouTube это понимает. Там алгоритм. Что значит алгоритм? Если так, то вот так. То есть, как бы, если человек, не посмотрев видео, идет и пишет комментарий, то, скорее всего, этот комментарий не засчитается. А если вы не посмотрели видео, еще в комментарии пытается всунуть какую-то ссылку, то вас, скорее всего, заблокируют, и ваши комментарии вообще не будут нигде отображаться. Пара-барабан.